С начала года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 34% и составил 15,8 миллиардов тенге, сообщают статистики региона. Объем торговли вырос на 9%, промышленного производства на 5,2%. Приоритетные отрасли по освоению инвестиций в основной капитал по-прежнему сельское, лесное и рыбное хозяйство. За два месяца промышленные предприятия области произвели продукции почти на 33 миллиарда тенге. Вдвое увеличилось производство сыра и творога. Больше стали обрабатывать молока и сливок, выпускать кондитерских изделий длительного хранения. Есть положительная динамика на рынке мяса и субпродуктов. Вместе с тем, североказахстанцы закончили строительство 39 зданий, 35 из них жилого и 4 нежилого назначения.